Друзья, всем привет! Сегодня очень полезное, а самое главное, актуальное видео для тех, кто делает ремонт или только собирается заняться этим мероприятием. Потому что я буквально только что вернулся с выставки Мосбилд, ходил по всем стендам, и теперь я знаю, что можно покупать из сантехники, и об этом я сейчас вам расскажу. Это очень важно в текущей ситуации, потому что мы с вами знаем, что многие игроки с рынка ушли, ну просто потому что Европе запретили с нами торговать, или она сама себе запретила, короче говоря, это не важно. И сейчас у дизайнеров, у клиентов, у поставщиков один вопрос: где покупать товары, материалы для комплектации своих интерьеров? Так вот, друзья, сегодня 10 компании, которые занимаются сантехникой и помогут вам укомплектоваться. Это российские, турецкие, китайские компании, которые с удовольствием продадут вам раковины, унитазы, ванны и прочее для ваших красивых интерьеров. И самое главное, друзья, все они утверждают, что у них склад полон, и они готовы его пополнять, и пополняют. Поэтому есть много что в наличии, возят под заказ, никаких проблем нет. Поэтому, кому тема актуальна, кому интересно, что сейчас творится на рынке сантехнического оборудования, поехали смотреть. Но прежде подпишись на канал, поставь лайк, нажми на колокольчик. Погнали! Итак, компания номер один, которая мне сразу же приглянулась, это российская компания Astraform. Эти ребята делают ванны и раковины из литьевого мрамора, друзья. Производство находится в России, в Подмосковье. И сейчас я вам покажу их сайт, покажу кадры, которые я снял прямо на выставке. И я хочу сказать, что это офигенные ванны, друзья. То есть классный дизайн, отличное качество, нормальный цена, ну, в текущих условиях. Ну, для меня, как для дизайнера, очень важен внешний вид. Ребята, он потрясающий. Литьевой мрамор супер. Лучше держит тепло, чем акрил. И это отечественное производство, друзья. Так, это литьевой мрамор. А производится у нас это где-то? Московская область. Московская область. Щелково, с 2000 года на рынке. Стоит 145 тысяч рублей, 170 сантиметров. 175. Отдельно стоящая ванна, литьевой мрамор. Друзья, надо брать. Любой цвет может быть, да? По контуру. Она и внутри может быть цветная. А, вообще вся цветная. Она может цветная быть целиком по РАЛ, по таблице РАЛ, выбирайте любой цвет. Она может быть целиком зеленая, красная, какая захотите. Отлично. И, в принципе, вот любая, которая здесь стоит, тоже можно покрасить? Да, да. А цена? Ну, давайте прибегу, расскажу. Давайте. А как вас зовут? Александр. Очень приятно. Ребята, вот Александр обещает. Так. Эта модель называется Атрия, размера 1,70 на 1,75. В данном варианте она исполнена в матовом покрытии. И сколько стоит? 130 тысяч. В матовом решении 110 глянцевая. А это? Рядом образец, модель Орион, размером 1,70 на 1,75. В глянцевом решении стоимость 110 тысяч. А вот литьевой мрамор, чем он лучше или хуже, чем акрил? Низкая теплопроводность, сохраняет тепло. То есть он больше тепло сохраняет? Да, значит, не требует дополнительного армирования. Возможны различные размеры, то есть у акрила таких возможностей нет. И форму можно любить? Ну, формы, у нас серийное производство, поэтому у нас формы наши. А ухаживать за ней легче, проще, чем за акрилом, или так же? Примерно то же самое. Мы не рекомендуем использовать абразив, потому что он разрушает какие-то жидкие моющие средства. Очень круто. А раковины тоже вы делаете? Это все, что вы здесь видите, все наше производство, включая зеркала. И вот это тоже, да? Это тоже наше. Ну вот, друзья, давайте посмотрим. Смотрите, есть ванны отдельно стоящие. Посмотрите, есть овальные, прямоугольные, есть такой формы со скошенными краями, есть с поднятыми краями, есть
классические формы есть, а-ля Japan, знаете, такой, типа, японский дизайн, есть английский, есть угловые ванны, есть прямоугольные, есть, посмотрите, на таких лапах льва вот ванна стоит классическая. В общем, очень много интересных форм, и все это литевой мрамор, и все это отечественное производство. Молодцы, ребята, я очень порадовался. Фирма Astroform. Их сайт я оставлю в описании, ну, также он на экране появится. Что у них еще есть из интересного? Ну, вот давайте покажу вам, наверное, их хит продаж, как они утверждают. Это вот ванна Атрия. Посмотрите, отдельно стоящая ванна. Очень тоненькие борта, очень красивый дизайн, выглядит очень изящно. Стоит в районе 130 тысяч рублей плюс-минус. Ну, знаете, на фоне итальянской ванны это в 5 раз дешевле, друзья. Поэтому при таком дизайне, ну, вполне, наверное, нормальная цена. Ну, опять же, это на момент снятия видео. Еще у них есть мебель для ванных комнат собственного производства и даже еще и зеркала, насколько я понял. Но вот посмотрите на эту тумбочку, она очень классно выглядит, очень по-дизайнерски. На самом деле, может быть любой камень сверху этой тумбы, цвет этой тумбы может быть любым, размеры могут быть любыми. И опять же, это большой полет для творчества. Что касается качества, то я был приятно удивлен. Качество на высоте, я вам скажу. То есть, действительно, если поставить эту мебель на выставке и салоне рядом с каким-нибудь итальянским стендом, то никто не скажет, что это что-то плохо сделанное из России, типа совок какой-то. Нет, это офигенное качество, внимание ко всем деталям. Просто супер, ребята, я был в восторге на самом деле. Поэтому полазите по их сайту, возможно, вам что-то приглянется, понравится, и вы сможете использовать в своем интерьере. Короче говоря, ребята, дерзайте, используйте мебель нашего производства. Кстати, раковину их тоже можно красить изнутри и снаружи. Это супер. Компания номер два называется Opta. Это тоже российская компания, которая занимается большими поставками и комплектация целых огромных объектов под ключ. Мое внимание привлекла турецкая сантехника, которую я вам сейчас покажу на видео. Турецкая фабрика ИСВЕ с итальянским дизайном предлагает разноцветную сантехнику, в частности раковины и унитазы. Так выглядят раковины. В принципе, довольно-таки неплохо, учитывая цену. Цена 35-50 тысяч рублей. Это в розницу. Поэтому я думаю, что вполне можно применять в интерьерах, друзья. Ну, разумеется, есть белая сантехника. И это все турецкий бренд ИСВЕ. А есть вот такие встроенные раковины. Есть мебель, тоже цветная. И есть вот такие интересные раковины, огромные, просто огромные. Они изначально кухонные, вот это вот, кстати, накладная, тоже вот это встроенная. Говорят, что многие берут и используют как мойку для собачек. Но вообще, если это как кухонная мойка, то, конечно, круто. Такая здоровенная штуковина, очень удобно. Нужно казаны мыть. А еще есть вот такого дизайна раковина. Мы, кстати, недавно делали раковину Антонио Лупи. Она, ну, примерно по подобию такая, только она как бы из стены выпирает. Но только вот это вот стоит что-то в районе 60, что ли, тысяч, сейчас немножко забыл. А та в районе полумиллиона. Вот кнопки тоже разноцветные делают. Ну, вот такая вот мебель. Короче говоря, прикольная фабрика, можно взять на заметку. Что мне понравилось? Раковины, друзья мои, и эти раковины разноцветные, из тонкого керамического материала или какой-то такой приятный на ощупь, в общем, достаточно. А самое главное, что это красивые, лаконичные, современные формы и разные цвета. Это раковины и унитазы, друзья. В общем, у этой компании Optile есть отдельное направление, которое занимается сантехникой, и конкретно они занимаются вот этим турецким брендом. Это турецкая компания, которая
поставляет на наш рынок сантехнику, санфаянс, то есть раковины и унитазы. Понравилось то, что на раковинах, обратите внимание, место слива, вот туда, куда водичка утекает, она такого же цвета, что и сама раковина. То есть по дизайну вообще нет вопросов. Класс, зачет. А вот что касается унитазов, там есть небольшой недочет. Это когда мы поднимаем крышку, и вот на стульчике, так называемом, вот эти вот пяточки пластмассовые, которые опираются на сам фаянс, на сам горшок, они белого цвета. На мой взгляд, выглядит не очень хорошо. То есть вот есть такая недоработка. Если вас это не парит, то, в принципе, вот, пожалуйста, разноцветная сантехника. Если вы суперперфекционист и вас напрягают эти белые точки, то тогда стоит задуматься, надо ли брать эти унитазы. Но, тем не менее, вот они есть, вот они цветные, класс. Следующая компания называется Schwedbe. Как вы поняли, страна Швеция. Ну, по крайней мере, они так заявляют. Эта компания производит ванны, унитазы, раковины, смесители, душевые системы. И что первое привлекло мое внимание, это так называемые умные унитазы. Вот посмотрите на видео, я их посмотрел. Здесь у них две модели. Они полностью по функционалу, ну или практически полностью идентичны унитазам ТОТО. Знаете, такая фабрика японская, есть почитатели вот этих самых умных унитазов. Только ТОТО сейчас стоит космос, ну ровно как и Гиберит, например, да. А вот эти вот ребята продают эти самые умные унитазы 140-150 тысяч рублей. Ну, порядок цен примерно такой. Это с тем функционалом, который есть у унитазов ТОТО. Так, друзья, еще раз. Значит, шведская сантехника, которая в наличии на складе, это умный унитаз, так называемый аналог ТОТО, который стоит минимум в 3 раза дороже. Этот, напоминаю, 150, этот 170. Помимо этого есть смесители, тоже наличие, кухонные. А сколько смесители, кстати, стоят? Вот этот, например. 600 тысяч рублей. Сколько? 600. Вот это 600? Да. Так, идем дальше. Он волшебный, наверное, да? Он делает минералку, я вам предлагала. Он делает кипяток. О, это тогда это меняет дело. Осталось только виски, чтобы еще делать. Вот это сейчас минералка. Сейчас. Супер. Вот и кипяток сейчас. Вообще, прямо фантастический какой-то. Ого, дымит. Короче говоря, ребята, ссылку тоже оставлю в описании. Если будет интересно, вы сами погуглите и посмотрите. Еще раз о компании. Это шведская компания, которая заявляет высокое качество. Правда, когда я с ними разговаривал на стенде, они сказали, что все производится в Китае. Но за счет этого вроде как и цена меньше. Плюс они говорят, что цена меньше за счет того, что они на маркетинг тратят мало денег. Или совсем не тратят. Ну, наверное, все равно сколько-то тратят. Но, короче говоря, на этом они тоже экономят, за счет этого держат цену. Что мне у них понравилось, это ванны, отдельно стоящие ванны. И на момент моего посещения выставки мне озвучивали цены за одну отдельно стоящую ванну 115 тысяч рублей. Плюс-минус. Вот разные ванны, давайте их посмотрим. Вот они на видео, их видно. Вот можно на сайте посмотреть. Сайт я тоже в описании оставлю. И вот эти самые отдельно стоящие ванны мне очень сильно приглянулись. Есть очень красивых форм, есть просто овальные, есть вот с такими поднятыми краями, есть вот в виде какого-то черпачка ванна такая, знаете, дизайнерская. Ну, в общем, очень симпатичные и красивые. А есть ванна, которая, ну, вроде как отдельно стоящая, но одним краем она прижимается к стене. Эта тема тоже очень актуальна, просто я знаю, мы занимаемся дизайном. И когда помещение небольшое, а заказчикам очень хочется отдельно стоящую ванну, но мы-то знаем, что в маленькое помещение отдельно стоящую ванну ставить не очень хорошо. Ну, просто не функционально и не совсем красиво. Так вот, есть модель, которая выглядит как отдельно стоящая, но одним краем примыкает к стене. Обратите внимание, очень прикольная ванна получается. Есть у них еще ванна крашеная,
с таким зеленым бортом, правда, цвет один, вот такой салатовый. Если у вас дизайн предполагает такой яркий и насыщенный цвет, то обратите внимание, стоит она тоже в районе 115 тысяч рублей. Ванны из акрила, 8-миллиметровый акрил, ну, по крайней мере, они так утверждают. Я вот руками подергал, как-то пощупал, попинал, в общем, достаточно плотный и не прогибается. Может, они, конечно, кирпичи подложили там под дно, чтобы ванна не прогибалась, но, в общем, выглядит все достаточно устойчиво. Ну, это, к примеру, если рассматривать другие какие-то дешевые китайские аналоги, есть такие, которые совсем дешевые, и пластик у них совсем тонкий, вот этот вот акрил, и нету каркаса, то есть они вот все ходуном ходят вот так вот, эти достаточно плотные. Очень хорошие ванны, мне очень приглянулись. Следующая тема, которая мне понравилась у Шведби, это смесители. Очень классного дизайна, очень приятные на ощупь, они сделаны из металла. Смесители на раковины, ванну, смесители на кухню, душевые системы, и все, в общем-то, по достаточно приемлемой цене. Вот обратите внимание на этот смеситель. Это смеситель для кухни. И он совмещает в себе сразу же два управления для воды. Вот посмотрите, справа это холодное-горячее, а слева это мы включаем подачу фильтрованной питьевой воды. То есть фильтры устанавливаются под раковину, но никакой дополнительной пипки выводить не надо. А все это в одном смесителе. Вот он стоит порядка там 25 тысяч рублей. Ну вот, вот такой вот, например. Вот в этом смесителе, обратите внимание, вот видите, вот эта черная дуга, она гнется. То есть мы берем и, например, наполняем кастрюлю с водой. Ну или обмываем раковину. Это тоже очень удобно. Вот он как раз и стоит около 25 тысяч рублей. И у него есть тоже набор фильтрованной воды. И, ну и понятно, обычная вода тоже течет. То есть вот на смесителе стоит обратить внимание. Посмотрите разные цвета, разные формы, разный дизайн. Это очень прикольно. Ну прям классно. Также душевые системы есть классические, есть современные, то есть на любой вкус. Ну, хочу сказать, что буквально пару-тройку лет назад найти классные смесители, такие дизайнерские и недорогие, это, ну, прям, наверное, проблема была. Сейчас вот как-то более шире представлен этот, так сказать, дизайнерский ассортимент, причем разных цветов. Белые, черные, хромированные, под металл. Это очень круто. Что еще у них есть? Различные встроенные душевые системы. Пожалуйста, их тоже можно использовать. В принципе, вполне адекватных денег стоит. Ну, если сравнивать, например, с такими монстрами, там, как Hansgrohe, и другими крутыми производителями смесителей, у которых цены в космос улетели, то вот эти ребята выглядят вполне себе достойно. Гарантию дают 5 лет. Ну, я думаю, что гарантия 5 лет – это очень хорошо. Следующая компания, которую я посетил на Мосбилде, которая привлекла мое внимание, называется ArtMax. И что мне приглянулось – это раковины, друзья. Раковины отдельно стоящие, которые, в общем-то, по приемлемой цене от 5 там, до 15 тысяч рублей. Накладная раковина разных абсолютно форм. Вот на видео это видно, вы можете посмотреть. По такой цене, ну, друзья мои, сейчас это более чем достойно. Берите любую тумбу, любого дизайна, сверху ставьте красивую отдельно стоящую раковину, и вот вам уже красивая тумбочка в раковине. Тем более, если учесть, что раковина недорогая относительно, опять же, да, то, ну, ну, это классно. И самое главное, что это наличие, ну, в крайнем случае, можно под заказ. Ну, говорят, что все возят, проблем никаких нет. Помимо раковин, что есть еще? Есть мебель для ванных комнат, есть унитазы, есть акриловые ванны, ну и накладные раковины, про которые я уже сказал, собственно говоря. Ну вот сейчас вот я открыл сайт, друзья, кстати, ссылку на него я тоже оставлю в описании. Вот здесь вот прямо указаны цены, и сейчас вы прям можете вот их посмотреть. Правда, не знаю, когда вы будете смотреть это видео, может быть, они уже изменятся, но вот на сегодняшний день, начало апреля, ситуация вот такая вот. Вот зеркала с подсветкой, вот цены на них. Ну, в принципе,
Ну вот такая ситуация, то есть гораздо дешевле, чем Италия, например. Ну и, в общем-то, достаточно неплохо все это выглядит, и на ощупь тоже ничего себе так. Значит, у них есть подвесные унитазы, посмотрите, вполне себе такой дизайнерской формы, то есть можно смело их использовать в дизайнерских интерьерах. Вот есть белый, есть черный унитаз, вот подвесной белый, например, стоит 22 670, ну, в принципе, вполне себе. А есть черный унитаз, он стоит 30 660. Вот есть такой с заявкой на дизайн, такой заквадраченный, он стоит 21 170. Ну, в общем, в целом цена где-то крутится вокруг 20 тысяч плюс, 20 плюс, вот там за, начиная, вот самый дешевый 19 670, ну и самый дорогой вот тут 34 660. Ну, какие-то функции, видимо, в нем дополнительные есть, но вы сами можете перейти на сайт, посмотреть, значит, что там в него включено. Ну, а если вы в Москве, можете съездить в шоурум, посмотреть вживую. Следующая компания называется Timo, премиальная сантехника от производителя. Когда я, друзья, походил по стенду и посмотрел на их сантехнику, по крайней мере, которая была там представлена, мне показалось, что она, ну, какая-то не очень такого высокого качества. Там, видимо, китайская была предоставлена, они, собственно, про это говорили, а может быть, я что напутал. Ну, в общем, друзья, чтобы не быть, так сказать, голословным и что-нибудь не наговорить на этих замечательных ребят, давайте я просто оставлю ссылку на их официальный магазин, который называется Timo. Я оставлю ссылку на сайт, перейдете, посмотрите, что у них есть. Вот душевые системы, смесители, аксессуары, сливная арматура. Ну, то есть даже если мы перейдем в смесители, посмотрим, то, в принципе, на сайте вы сами все сможете увидеть, посмотреть. А сколько такой вот стоит? Какой? 30, если в рознице. 30. А в Татьяне, там, сколько же цена, полтовая цена, там где-то 30-29%. Это сразу вот с фильтром? Это с фильтром и с подключением фильтра, и с выдвижной лейкой, это тоже есть отдельное. У нас очень большой выбор. Такого возьмете? А отдельно стоящие сколько стоят? Да, если в розницу, этот 102, этот чуть-чуть меньше, в хроме еще дешевле. Но это тоже от многого зависит, например, там... Вот в этих есть коробка, которая монтируется. Там вот, например, ее нет. Но, в принципе, у нас все, что есть, у нас просто вот взял и поставил. Дополнительно ничего покупать не нужно. Даже если без монтажной коробки, все равно ее можно установить. Здесь вот тоже система от чего зависит? От того, что вот есть излив, нет излива, здесь вот поворотный, здесь есть дивертор, от этого цена как бы удорожание. Вот здесь, например, лейку сделали из пластика, но есть она из лакуры, тоже удорожание, любишь, или нет тоже. Следующая компания, которая занимается сантехникой, называется Melana, друзья мои. Лучшая сантехника, между прочим, написана. А стенд привлек внимание мое тем, что там огромное количество раковин, которыми был увешан абсолютно весь стенд со всех сторон, внутри, снаружи. Это все накладные раковины. Причем не просто белые, а разноцветные, разных форм, разных цветов. В том числе золотые, в том числе под металл. Ну, в общем, сами смотрите, вот на видео я все поснимал. Это то, что находилось на выставке. Все это есть в наличии. Если нет, опять же, они говорят, быстро привезем под заказ. И, например, у них помимо накладных раковин есть отдельно стоящие раковины. На стенде стояла одна, которую мы, кстати говоря, успешно применили в одном из наших интерьеров. Вот, кстати, вы можете посмотреть видео. Очень классная раковина, она такая немножко квадратная, отдельно стоящая. На тот момент, когда мы ее приобретали, цена у нее была 32, по-моему, тысячи рублей, если я сейчас не ошибаюсь. Но сейчас, конечно, это существенно дороже, по-моему, в районе 60, если мне не изменяет память. Но раковина классная, и даже если она стоит сейчас 60 тысяч, к сожалению. Кстати, доллар же падает, так что цена тоже должна упасть. Так вот, отдельно стоящая раковина, например, всем известной, знаменитой дизайнерской итальянской фабрики Антони Лупи будет стоить, ну, под 500 000, а может быть даже и больше сейчас уже. Так что вот все познается в сравнении, как говорится. Зато это отличная дизайнерская раковина. Ну вот, например, раковины и умывальники Melana. Вот вы видите, здесь есть встраиваемые
в гарнитур, есть встраиваемые в гарнитур снизу, сверху, есть двойные раковины, есть накладные раковины, есть подвесные раковины, есть раковины напольные, есть раковины столешницы. Короче говоря, выбор просто какой-то чумовой, то есть очень много всего. Поэтому обязательно обратите внимание на этих ребят, ссылку в описании оставлю. Открою раковину, которую мы в интерьере использовали, вот она здесь на сайте. И вот здесь видео, которое вы можете посмотреть, как она смотрится в интерьере в нашем исполнении. То есть я считаю, очень достойно. Кстати говоря, ванна получилась очень недорогой, но очень стильной, очень чистенько. И надо сказать, мы все это уместили в крошечном помещении. Реализованный проект. Сейчас хочу показать вам, где душевая и унитаз совмещены. То есть вот есть вот такой поддон, вот он унитаз и вот, собственно говоря, душевая. Вот. И вот здесь вот у нас раковина. Вот с таким симпатичным зеркалом. Следующая фабрика, друзья, турецкая, называется Креовид. Она привлекла мое внимание тем, что у нее тоже цветная сантехника. В первую очередь раковины. Ну, правильно, это первое, что бросается в глаза, потому что они их подвешивают прям так высоко. Вот на видео это прям видно, как они здесь у них болтаются на всех стендах. Тоже современные, красивые, лаконичные формы, разноцветные цвета. Плюс к этому у них есть разноцветные унитазы, подвесные. И к этим подвесным унитазам такого же цвета кнопки. Вот это что-то новенькое, я такого раньше особо не видел. Обычно кнопка белая, черная, под металл, под дерево. Либо нужно там какую-то пластмассу красить, а здесь прямо точно такой же цвет, как у сантехники. Мне кажется, что это очень круто. Поэтому обратите внимание, ссылку оставляю в описании, ссылка на сайт. Минус заключается в том, что нет цен, и они ничего сказать не могут, сколько это сейчас стоит на текущий момент. По крайней мере, на стенде мне никто не смог ответить. Говорят, связывайтесь, узнавайте, пока ничего сказать не можем. С поставками тоже такая же история, значит, пока не совсем ясно, как они их будут возить, в какие сроки, но тем не менее возить будут. Еще есть у них очень классная штука, это детская сантехника, раковина и унитаз. Но, на мой взгляд, это, конечно, очень странная форма, вот на видео вы ее видите под какую-то странную утку, но тем не менее такое тоже есть, возможно, кому-то пригодится в интерьере детской ванной комнаты. Ну, по крайней мере, можете все это посмотреть. Друзья, сейчас в качестве перерыва покажу вам еще одну достаточно забавную фабрику. Называется она Zandini, якобы итальянская, но может быть на самом деле итальянская, я уж не стал углубляться. Эта сантехника вот такая вот интересная, странная, то есть, например, вот с таким черепом, у которого светятся глаза, представляете? То есть садишься такой на черепушку, у которой, значит, глаза как фары. Я спросил, а может она еще и звуки какие-нибудь издает? Ну, типа там сел, я так ха-ха-ха-ха-ха. Нет, такого нет, просто светятся глаза. Ну, помимо этого, есть еще, допустим, раковины какой-то странной достаточно формы. Есть вот такой вот раскраски, которые любят, ну, в принципе, наш потребитель любит такое вот все дорого-богато. Арабский потребитель любит такое. Вот тоже вот я вам показываю. Но я подходил, посмотрел вокруг всей этой продукции, посмотрел, во многих местах она уже какая-то пошарпанная. Ну, по крайней мере, на крышке унитаза была стертая краска, поэтому я подумал, что как-то, ну, не знаю, какое-то качество такое сомнительное. Может быть, мне показалось. Но вот, тем не менее, мне показалось интересным об этом вам тоже рассказать. В общем, унитаз в виде черепа, фабрика Zandini. Что еще интересного на выставке, то, что относится к ванным комнатам. Там, ну, конечно же, это полотенцесушители. И мое внимание обратил на себя стенд Сунержи. Это ребята, которые работают в Питере, или под Питером у них производство. И это наше отечественное производство, что отрадно. И они производят полотенцесушители и радиаторы. Вот посмотрите, какой красивый у них стенд. Сразу же привлекает свое внимание. Очень красивый. И
полотенцесушитель очень красиво поданы. Сразу же видно, что это дизайнерские полотенцесушители. Они могут быть разных форм, разных размеров, разных цветов. То есть, пожалуйста, все что угодно вы можете заказать. Ровно как и радиаторы отопления. Ссылку на сайт тоже оставляю в описании. Обязательно перейдите, посмотрите. Может быть, на сайте не так красочно, как на стенде, но вот я прилагаю фотографии, которые вы можете с выставки посмотреть. Как классно можно с помощью радиатора сделать такую, знаете, фокусную точку, такое интересное, красивое место. Короче говоря, обращайте внимание. Причем, что классного, у них сразу все идет в комплекте, не надо ломать голову сантехнику, как присобачить этот полотенцесушитель к трубам, которые выпирают из стены. У них все продумано, по крайней мере, с их слов. Ну и действительно, когда мы заказывали в своей студии эти полотенцесушители, в принципе, проблем и нареканий нету. К нашей воде подходит нормально, там ржавчина, не ржавчина, она, в общем, все схавает, нормально работает, ничего не забивается. На то и расчет. Делают у нас, для наших квартир, для нашей воды, так что все нормально. Полотенцесушители есть водяные, есть электрические, то есть это тоже здорово. Подключение есть открытое, есть скрытое. Для нас, дизайнеров, это тоже очень важно, когда никаких проводов не видно, то есть все запрятано. Ну, про батареи отопления я уже сказал, то есть они тоже бывают разного дизайна. И к нашей воде абсолютно нормально подходят ребята Сунержа. Отличные чуваки. Так что пользуйтесь, используйте в своих проектах. Без полотенцесушителей мы с вами не останемся. Идем дальше. Следующая компания называется SVOG. Это мебель и аксессуары для ванных комнат, но, кстати говоря, и не только, из металла. Ребята, это очень крутые чуваки. Я был на их стенде, правда, это уже другая выставка, но неважно, это же относится к ванной комнате, в общем-то. И здесь у них очень крутые, современные, стильные аксессуары для ванных комнат. Ну, согласитесь, это большая проблема найти классные аксессуары для ванной комнаты. Бумагодержатель, например, или полочки, например. Адекватные цены, отличный дизайн. Классное качество. Обратите внимание, разные цвета, друзья, но это просто чудо. Мне очень понравилось, я очень доволен. Мы уже использовали в своих интерьерах такие штуковины. Очень прикольные. Ну вот смотрите, например, полочка для бумаги, она же держатель для какого-то там, ну не знаю, средства. Стоит 7000 рублей, 6900. Но, в принципе, в нынешних условиях с таким дизайном металл натуральный, это, я скажу, вполне себе отличная цена. Есть вот стойки такие, знаете, которые прям к стене, вот, например. Короче говоря, разные дизайны, это очень круто. Используйте обязательно. То есть сейчас очень много современных, стильных, лаконичных, минималистичных интерьеров. Для них такой дизайн подойдет, просто даже не сомневайтесь. А самое главное, качество классное. А самое главное, никаких санкций. Все есть. Пожалуйста, заказывайте, все у нас делают. Супер, молодцы. Ссылку в описании оставлю. Помимо аксессуаров есть столики из металла. Вы можете их использовать в гостиной, в спальне, на кухне, где угодно, в качестве декора. Но это же круто. Для прихожей, например, есть подставка для обуви, друзья, тоже актуально, в общем-то. Есть подставка под зонты, есть полотенцесушители, есть зеркала, вешалки и даже есть подарочный сертификат. Так что, если не знаете, что подарить новоселам, можете смело подарить, потому что аксессуары оставляют на самый последний момент, я точно знаю. Но хотя эта история не про нас, мы как дизайнеры продумываем все вплоть до аксессуаров своих интерьеров. Короче, SVOG в описании, ссылку оставлю. Ну и в завершение, друзья, самая важная компания, без которой вообще никак не обойтись. Это студия интерьерного дизайна Gradis, друзья мои, это моя компания. Посмотрите, какие интерьеры ванных комнат мы делаем. Ну скажите, разве можно такое сделать без дизайнера? Ну, практически невозможно. Зачем нужны дизайнеры? Чтобы выбрать из огромной массы предметов, тех самых раковин, унитазов, плитки, да и всего-всего прочего, и
создать уникальный, красивый, вкусный дизайн, друзья, для этого и нужны дизайнеры, чтобы мы для вас создали красоту, выбрали из того огромного количества предметов и создали гармонию, понимаете? Посмотрите, какие интерьеры, ну это же просто глаз не отвесть. Абсолютно разные варианты, разные размеры, разные формы. Есть отдельно стоящие ванны, есть прекрасные раковины, есть... не просто замкнутые какие-то пространства, а, например, мы очень любим делать со стеклянными стенами, чтобы дневной свет врывался в ванную комнату. И все это вместе увязывается в единую красивую композицию. Друзья, вы всегда можете обратиться в нашу студию и заказать для себя уникальный, красивый, функциональный дизайн интерьера. Обращайтесь, ссылочку я оставлю в описании. Ну а на этом все, друзья. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Может быть, я про какие-то фабрики не рассказал. И ваше мнение, ваше знание будет очень полезно как мне, так и нашим зрителям. Поэтому обязательно в комментариях напишите, какие классные фабрики еще существуют, есть. Я уверен, их огромное количество, поэтому пишите. Ну а на этом все. Ставьте лайк, жмите на колокольчик, чтобы приходили уведомления о следующих видео. Ну и подписывайтесь на канал. Всем пока, да пребудет с вами муза!